Еще в мае горячий хэтчбэк Renault Megane Trophy с приставкой R на 3,5 секунды улучшил рекорд Нюрбургринга для переднеприводных автомобилей. А теперь готов и новый рекорд на бельгийском автодроме Спа-Франкоршам, который пройден на 5 секунд быстрее предыдущего результата. Кстати, в обоих случаях прежний рекорд принадлежал заряженному хэтчбеку Honda Civic Type R. И всякий раз за рулем Мегана сидел Лоран Юргон, тест-пилот подразделения Renault Sport. Напомним, что трековый хэтчбэк Trophy R занимает высшую ступень в иерархии заряженных Меганов. Турбомотор 1.8 здесь такой же, как у простого Trophy без приставки R. Но коробка только шестиступенчатая механическая, а снаряженная масса снижена на 130 килограммов. Например, установленный вместо задних сидений каркас экономит больше 25 килограммов. Передние гоночные ковши сделаны из композитных материалов и обиты алькантарой. На каждом выиграли по 7 килограммов. Титановый выхлоп от Акраповича минус 6 кило. А опциональные 19-дюймовые диски позволили сделать хэтч еще на 8 килограммов легче. Инженеры отказались не только от дворника на заднем стекле, но и облегчили медиасистему. Renault считает важным, что тонкий 7-дюймовый экран на 250 граммов легче стандартного дисплея диагональю 8,7 дюйма. Доработана также аэродинамика и шасси, увеличен угол развала передних колес и на 38 килограммов стала легче задняя подвеска. На европейский рынок модель выйдет к концу года, и цены во Франции уже известны. Renault Sport намерен выпустить ограниченный тираж из 500 экземпляров.